уже третий месяц, три месяца, мы до сих пор не знаем ничего о судьбе наших родственников, заключенных, которые были вывезены 16 ноября с территории ИК-1. Мы только из неофициальных источников узнали, что они находятся в Махачкале, в тюрьме. Мы поехали передавать передачи, нам стало известно, что их вывезли с Махачкалы, они теперь находятся в Астрахани. Вообще УФСИН отказывается нам предоставлять какую-либо информацию. Официально, где наши родственники, никто ничего не знает. И о дальнейшей их судьбе тоже. Мы пришли к главе республики с просьбой, чтобы хоть как-то походатайствовал, помог, чтобы их вернули сюда. Так как многим матерям, женам ездить, искать своих родственников неизвестно где, как, это очень трудно. Руководство колонии на мой вопрос, законно ли, что их вывозят так далеко за пределы республики, ответил: то, что не запрещено, то разрешено.